потоп устроили поселенцы? У них, конечно, были на то мотивы. Но ты не уверен. Как-то это странно. Затоплены все дома, кроме одного. Эвери. В точку. Это с Ганг и Савая. Эй, посмотри, эти пушки сюда откуда-то перетащили. Импровизированные укрепления. Они не ожидали вражды между собой. Ну да. Да, надеюсь, мы не опоздали.
Какая красота. Ну, еще один заплыв. Воу-воу! Сильнее, чем кажется. Эй, Нэй, смотри, похоже, там выход. И правда. Погоди, я сейчас опущу пониже. Ага, спасибо. Хорошо. Обращайся. Спасибо. Из тебя отличная гиря. Ну, в смысле... Все нормально. Я приму это как комплимент. Да, комплимент. Наглотался воды. Я наверху, ищу путь для тебя. Не получится. Один не справлюсь. Хорошо. Может так? Побери. Уберем это с дороги. Ага. Так.
Господи. О, да тут вечеринка. Только мы опоздали. Эй, Нейт. Посмотри. Еще один знак. Господи. Что? Это они. Пиратские капитаны, которые основали Либерталию. Что у них случилось? Я, конечно, не криминалист, но думаю, отрава. Очевидно. Это что, типа общества богатых пиратов-самоубийц? Так? Нет, это вряд ли. Не в их духе. От лица лорда Эвери приглашаю вас в свой дом завтра на закате. Для нас настало время отринуть былую вражду и вместе встать под знамя Бога и свободы. Подпись Тома Стью. Ну, конечно. Томас Тью, Генри Эвери. Хозяева не стали дожидаться конца вечеринки. Как это нелюбезно с их стороны. Выходит, они вызвали настоящий бунт, попытавшись присвоить сокровище. То есть людей они убрали, а меж собой не разобрались. Тут дело вышло посложнее. Итак, Эвери и Тью позвали всех сюда, чтобы... Как уж там было... Отринуть былую вражду. Точно, отринуть вражду. Эвери произносит тост. Выпьем, братья, за Бога, свободу, все дела. Все осушают кубки. Кроме этих двух. Так элементарно. Все сокровища Либерталии переходят в руки двум людям. Это величайшие пираты в истории. И они все погибли в одночасье за этим самым столом. Невероятно. Да. Я извини. Прости. Ничего. Ну, раз хозяев вечеринки нет в доме Тью. Надо заглянуть к Эвери. Ага. Пошли. Вот. Для потомков. Эй, давай сюда. Потихоньку. Осторожнее. Все нормально. Справлюсь. Встретимся наверху. Эй. Привет.
Нейт, грузовик наемников еще здесь. Вижу. Смотри в оба, хорошо? Еще пушки. Как в поместье Тью. Похоже, яд оказался сильнее пушек. Что? Ну, он же, в конце концов, отравил всех. Ну да, не смешная шутка. Да, точно. Теперь мы в доме Генри Эвери. Слово дня – показуха. Так почему он не убил Томаса Тью? Он типа был правой рукой Эвери? Ну да, так и было. Представь себе работать на психопата с паранойей. Как на моей первой работе. Ты про своего продюсера? Нет, менеджера в Мачо Начос. Ты работала в Мачо Начос? Это было еще в школе. Что, и шляпу носила? Мой начальник как раз был психопатом с паранойей. Что взять с менеджера в Мачо Начос? Эй, полегче. Так, наемники завалили входную дверь. И от души тут наследили. Куда они пошли? Вот именно. Что-то они нам долго не попадаются. Они как будто исчезли. Думаешь, тут пираты-призраки? Даже не шути на эту тему. А, удалось. Следы ведут в эту дверь. Черт, завалено с той стороны. Зачем баррикадировать за собой дверь? Они нашли что-то. Помоги мне открыть. Да. О, черт!
Господи, цела? Да. Они устроили нам засаду. Да. Давай откроем дверь. Посмотрим, что они скрывают. Ну, поехали. Готово? Эвери. Правда? Ну, читай. Мои верные подданные. Тучи сгустились над Райем, но мы должны сохранить его богатство. Предатель Тью знает все наши секреты. Время действовать. Взорвать дамбу, уничтожить новый Девон. Ну да. Ага. И перенести сокровища на мой корабль по тоннелю. Тью и Эвери пошли друг на друга. Ты правда удивлен? Да, в общем, нет. Держи. Спасибо. Давай искать ход. Пошли. Пираты-призраки. Осмотримся. Зажигалка Сэма. Что, обронил? Да, нарочно. Не знаю, что мы ищем, но это рядом. Должен быть другой выход из этой комнаты. Может, ход, о котором писал Эвери? Но где рычаг? Может, это рычаг? Нет. Нейт. Да. Есть там что? Вроде да. Спасибо, что за нас разгадали. Как ты это сделала? Кровавый отпечаток пальца. Ну, я и... Нажал. Неплохо. В письме сказано, что Эвери переместил сокровища на корабль. Ага. Думаешь, сокровища еще на острове? Я думаю... Думаю, это уже не важно. Ага. Осторожно, Нейт. Не ударься. Ага. Ого. Похоже, Эвери устроил тут себе бункер. Куда ведет этот ход? Черт. Придется выяснить. Смотрится ненадежно. Да.